Всем привет, вы на канале Drops Easy, и сегодня поговорим о таком проекте, как MyMuffin. Итак, что такое MyMuffin? MyMuffin — это мультсериал с возрастным ограничением 18+, который первый в своем роде полностью финансируется за счет продажи NFT-токенов своих, и с вырученных средств они создают уже серии. Также на сайте сразу присутствует NFT Generation, также DEX-платформа, где мы можем купить данные токены DMA, NFT-генератор, где мы можем наблюдать, что пока не используется блокчейн Ethereum, ну а также в скором будущем уже будет доступна Binance Smart Chain блокчейн и на Solana, где мы сможем уже минтить. Первым важным делом нам надо перейти в White Paper и ознакомиться более подробно со всеми нюансами данной компании. Здесь полностью все расписано, как работает токеномика данного проекта, как все построено, вся структура, на чем держится и многое другое. Также уже на сегодняшний день выпущена первая серия данного сериала, который мы можем перейти на сайте и ознакомиться, посмотреть. Довольно интересный такой сериал, современный, но, повторюсь, опять же, идет ограничение возрастное в 18+, то есть детям нежелательно такое наблюдать, здесь есть и цензура, и выражение. Правда, первые эпизоды у нас на английском языке, но, как вы видите, YouTube предоставляет уже полностью субтитры русские, и благодаря этому каждый может и посмотреть, понять, о чем идет речь. Так что переходите, смотрите, ознакомьтесь. Также вы можете поддержать проект. Для этого вы можете сминтить, например, какую-то рандомную NFT. Но для минта нам необходимы сами токены TMA. Для начала, как мы можем видеть, подключаем наш MetaMask, и нам пишут, что у нас не хватает токенов, и пополнить баланс. Переходим просто в DMA Tokens и приобретаем необходимое количество для минта. Как мы можем видеть, $1. За $1 мы можем купить 0,049 токена DMA. И потом уже минтите свое NFT. В следующем вы сможете продать ее на OpenSea и, как обычно, зарабатывать на этом. Также у данной компании имеются партнеры, такие как всем известные 1inch, Tornado Cash, Falcon Project, Rarible и немаловажная NFT Binance. Также поддерживают данную компанию и Aloha Browser. Остальными партнерами можете ознакомиться на сайте. Переходите, ознакомьтесь, смотрите обязательно видеоролик, первую серию, первый эпизод. Мне лично вкатилось нормально, довольно интересно. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.